Нет, за картину не будем. За это раньше времени не пьют. Ну, давайте за именинника. Давай. Будьте здоровы, Лев Андреевич. Будьте здоровы. Успехи. За успехи-то можно? Или тоже примета? Ой, а я боюсь. Виталий Сергеевич, а вы верите в приметы? Да, конечно. Ну, признавайтесь, кто у нас сегодня именинник, а? Ты, Лёва, поздравляю. Да давайте выпьем за нашего дорогого автора. За тебя, Лёва. Мы, конечно, все очень польщены, что сегодня в свой день рождения Лев Андреевич с нами, за этим скромным столом. Но я хотел бы открыть маленький секрет, почему он сегодня не с нами. Не надо, не надо. Мы догадываемся. Пусть это останется тайной. Согласен, это пусть останется, но... Главная причина, конечно, та, что Лев Андреевич решил за нами приглядеть, чтобы ничего доброго не испортили его сценарий. Клянемся тебе, Лева, что ничего не переначим, не допустим никакой отсебятины. Так что, Левушка, можешь спать спокойно, не вставать в такую рань, не ездить с нами на съемки. Мы тебе разрешаем. Олег, а мы тележку назад заказали? Наше движение снимать? И ветра дуй. Насчет ветра не было разговора. Ну что это за новость? Как это не было? Ветра дуй обязательно. Отменим съемку. Учти. Один ее проходите, милости просим. Поздравляю вас, дорогой. Дорогой в данном случае не я. Именинник сегодня вот он. Наш автор. Ой, это еще лучше. Я люблю авторов. У меня к вам будет несколько вопросов. А, книгу? Сюда, да? Книгу. А вы актриса? Я теперь уже мало кого знаю. Я Вета. А вы? А меня Асей зовут. Я играю подругу вашего сына. Очень хорошо. По-моему, у нас с вами сцена есть, да? Я вот так и не поняла, как она любит моего сына или нет. А этого никто не понимает. Вон у автора надо спросить. Так, кстати, у меня вам вопрос. Так. Вот как вы все это придумываете, а? Я у многих спрашивала, никто не может ответить. Вы все это придумываете из головы? Татьяна Юрьевна, если мысль не приходит в голову, она уже не приходит никуда. А Юра, девочки, мы здесь сидели, а то есть в доме, с Клауди Кардинали. Она снималась тогда у нас. А, кстати, вы знаете, что это за место? Знаем, знаем. А вот что это? Чего это? Это раньше называлось Дом творчества кинематографистов. Сюда все приезжали, кто на субботу-воскресенье, вот я с мужем первым, и со вторым тоже, кто на месяц, кто на зиму, Новый год праздновали. О, здесь по ночам тут было, о-хо-хо, все гудело. Куда это все девалось, я не понимаю.